Отмщение. Притормози, только свои. Есть свой. Мы закрыты. Отвали. Пожалуйста. За тебя, милая. Ты похож на того, кто ищет чего бы такого выпить. Что тебе предложить, сладкий? Даже не знаю, что там у тебя в хране. Достойная вещь. Это частный клуб, а не Риц, дорогой. Все, что видишь. Ладно, налей что-нибудь с пенной шапкой. Это я могу. Я стояла за стойкой, когда ты еще пешком под стол ходил. Я тебя тут раньше не видела. Я домосед. Ставлю, что ты душа компании, да? Ну и у меня были интересные моменты. Сдачу оставь. На здоровье. Все напуганы. Все. Хайд спрятался у себя в кабинете. А Линкольн говорит не ходить особо по улицам, пока все не выяснится. У нас комендантский час, потому что Рук не смог лезвием с каким-то мудилой расправиться. Это был топор. И нет. Мы прячемся, потому что, во-первых, Стоукс пропал, и во-вторых, тот мудак пришил Рука. Я о нем поскорблю, конечно, но у меня есть дела. Рук бы со мной согласился, несмотря на то, что он был садистом, профессионал из него был хоть куда. Ты знаешь, что с ним случилось? Ты не знаешь про Руку, да? А что с Рукой? Господи боже. Эй, Тьюн, иди-ка сюда, расскажи, во что вы вляпались с Руком. Зачем тебе знать? Давай, рассказывай. Ну, ты же знаешь, мы с Руком стояли на точке, зависали там с товаром. Обычный вечер вторника. И вдруг видим этого чудака. Стоит на другой стороне улицы и пялится на нас. Рук развернулся и сказал, что пойдет потолкуется тем малым. Я ничего не мог поделать, у меня там покупатель был. И через секунду Рук уже стоит на коленях и держится за руку. Я понимаю, что этот мудак ему руку отрезал, да, так что я побежал. Уже готов ему в морду засадить, как хоп, а его уже и след простыл. Я, конечно, пытался, но он был такой быстрый. Он будто под спидами был. Я понял, что руку-то я там оставил посреди дороги. Он уже был мертв, когда я вернулся. Везде кровь была. А руку его я не смог найти. Пропала. Исчезла, и все. Что такого смешного, мужик? Не обращай внимания, дружище, забей. Что за придурок? Это ты у нас такой крутой, да? Весь район избегал в поисках. Это очень забавно, но мне ты крутым не кажешься. А как тогда выглядит крутой парень? Ну, примерно как я. Красивый, в возрасте. Ника! Что это еще за идиот? Не знаю, он не назвался. Его Клифф пустил. Думала, он с вами. Я старый друг Линкольна. Да? Да, именно так. А с лицом у тебя что? С Дилдой игрался, что ли? Да, у твоего папаши отнял. Какое жуткое у него лицо, согласны? Не хуже твоего, судя по этой нити, которую ты накрутил. Братишка, он тебя сделал. Вас там не было. Заткнитесь. А ну, успокоились. Не заставляйте меня закрывать бар. А ты прекрати их раззадоривать. Или вылетишь отсюда нахрен. Хорошо, хорошо. Прошу прощения, парни, извините, ладно? Я тут сам с собой смеялся, ладно? Допью пиво и пойду дальше. Так и быть. Кретин. Хватит. Да какого? Что ты знаешь об этом Франкенштейне? Я его в первый раз в жизни вижу.
Я бы такого запомнил. Да уж, его лицо точно не забудешь. Он, кажется, тебя узнал. Да что с тобой такое, черт подери? Нет, 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 он прав. Если Линкольн его позвал, то будем соблюдать приличие. Давай дальше. Чего? Рассказывай, что случилось. А, точно. Ну и стою, значит, там. С огромным мешком товара. Рук там лежит, мертвый. И тут я слышу, полиция едет. Мне пришлось делать ноги, понятно? Чушь. Ты смылся задолго до их приезда. Чего? Да ты до усрачки испугался. Хочешь, чтобы я тебе лицо перекроил, да? Начинается. Нашел свои яйца, дружище. Может, самое время рассказать твоим друзьям правду? Тьюн. Что он несет? Да, Тьюн. Что это я несу? Не знаю, да он придурок, Мо. Совсем голова поехала. Хотите услышать мою поехавшую версию? Не особо. Не развлекайте меня тогда, пока я пиво не допью. Потому что парень стоял и смотрел на тебя. Это правда. Слушай, Рок, смотри-ка. Этот мудак уже минут 10 на нас пялится. Чувак, чем помочь тебе? Ты что, глухой? Я с тобой разговариваю. Что тебе надо? Прости, дружище. Я что, испугаться должен? Давай сюда. А? Разменять надо было. Нормас. Давай, иди. Просто иди отсюда, понял? О, черт. Чушь собачья. Я бы никогда не сбежал. Значит, первый раз был. Отвали ты, придурок долбанный! Так ты убил Рука. Совершенно верно. И что вы теперь сделаете? А мне вот интересно, что ты собираешься делать? Давай, тебе пора уходить. У меня еще полкружки недопитой. Это мой папа мои кружки свалил. Иди-ка сюда, долбанный мудак. А ну отошли! Ты пошел туда! Живо! Одно движение, я вас замочу. Христом клянусь! А ну отошли от двери! Где он? Где он, черт возьми? Линкольн! Кто? Ну и что вы, глупые шумные придурки? Сюда, быстро! Развернулся! Стой тут. Кто там еще у вас? Знакомое лицо. Да ты что? Но этого не может быть. У того большой срок, и он милашка. Черт возьми. Возвращение блудного брата. Откуда ты вообще взялся? Тюрьма Белмарш, сам знаешь. Ты-то за шутник еще. Леди, это Каин Бёрджесс, братишка Линкольна. Шутишь? Этот псих? Работку для нас сделал несколько лет назад. Облажался и сел на 5 лет. Уже на 7. Это тебе там лицо обновили? Ужас. Будто твою башку в огонь засунули, а потом экскаватором проехались. Неплохо, а? Тебе, наверное, понравилось. Так. У нас тут вечеринка намечается, Ника. Окажу услугу. Нашустри мне одну из твоих отменных пинт пива. Пожалуйста. Так-то лучше. Вежливым быть несложно, да? Недомерок. Следи за языком, Вероника. Вероника? Я что, настолько стара, нахал? Ника меня зовут. Ладно, понял, Ника. Разве это не сокращенная от Вероника? В детстве я ужас как краснела. Прозвали клубничкой, сократили до Ничка, а теперь просто Ника. Но я больше не краснею, милый. Надеюсь, что нет. Отошли! Отошли! Я предупреждал, что будет. Вот черт. Так. Ты мне ногу прострелил! Телефоны сюда. Все, живо.
Кидаем сюда, или прострелю колено стоящему рядом с вами. Живее! Думать мешаешь. Заткнись. Честно говоря, ты ему ногу отстрелил. Я бы тоже завыл. Так-то лучше. Тихо и спокойно. Хайд? Этот мудак признался, что грохнул Рука. Да? Тион, ты же за ним гнался. Узнаешь его? Нет, он вообще конченый. Что скажешь, Каин? Думаешь, я конченый? Ага. Да? Ты совсем конченый, именно так. У вашего приятеля на руке была шахматная фигура. Так ведь? Открой. Не буду. Я сказал, открывай. Не открою. Нет, не ты. Ты откроешь, гном хренов. Ладно. Давай. Вот так. Господи, боже мой! Да он в конец поехавший! Каин, боже мой. Так теперь всем ясно, насколько я конченый. Что ты натворил? Может, устроить передышку? Почему бы всем вам не присесть? Быстро сели! Быстро сел, говорю. Будешь пялиться, башку прострелю. Садись. Ника, милая, всем напитки. Запиши Хайду на счет. У него нет счета, милый. Не знаю, обратил ли ты внимание, но у меня в руке пушка, и я не стесняюсь ей пользоваться. Не хочу тебя расстраивать, дорогой, но это не первый раз, когда я смотрю в дуло. Ника, не глупи. Наливай всем. Пожалуйста. Ника, а можешь мне налить Рустер Ройс, пожалуйста? Возьмешь то, что дают, ясно? Да, ясно, понял. А мне, пожалуй, Рустер Ройс. Итак, тюрьма тебя превратила в хладнокровного убийцу? Нет, не тюрьма, а вы с моим братом. Знаешь, что я думаю? А ну назад, козлы грёбаные! Я испытаю искреннее удовольствие, вскрыв твой череп. Но понимаешь ли, это может подождать. А я так хорош в ожидании. Вытаскивай телефон. Скажи ему тащиться сюда прямо сейчас. Скажешь ему, что это насчет Рука, и повесишь трубку. Алло, это я. Срочно приходи в Жокей. У нас тут новости насчет Рука. Хороший мальчик. Хайд, скажи, что это вы с дружками раскрасили его этими шрамами. Мне жаль, дружище. Хотелось бы. Хотите знать, откуда все эти шрамы? Да. Просвети всех нас. Вы с моим братом имеете самое прямое отношение к моим шрамам. Каин, где ты был все это время? 100 лет тебя не видел. Думал, что пока не стоит тут показываться. Я пришел с братом поговорить. У меня для него деловое предложение. Слышали? Может, стоит дать парню шанс? Он честный человек. Даже слова такого, как обман, не знает. Не смог слить бой. Честный человек? А может, мудак? Тебе нужно было только проиграть. Я потерял кучу денег. Знаешь, Рук, не расслышал, как ты меня назвал. Не повторишь еще раз? Слышал ты все. Эй-эй-эй-эй! Ты проиграл, потерял 5000, а я целых 15. Что тебе надо? Может, поговорим наедине? С ума сошел. Я вообще-то играю. Хочешь что-то сказать, говори прямо сейчас. Ладно. У меня к тебе деловое предложение. Дело хорошее. Я переговорил с мамой, она думает, что все получится. С мамой? Да. Ты же знаешь, как я ее люблю. Она для меня важнее всего на свете.
Но с каких пор ее деловая хватка имеет отношение к моим делам? Ты помнишь Салли из зала? Старого Салли? Я предложил ему кое-что, он согласился. Это дело очень прибыльное. Нужен только стартовый капитал. Вот тут-то ты вступаешь. У меня есть бизнес-план. Там все расписано. Будет весело. Лолей. Каин. У меня есть пара правил. И они мне очень хорошо помогают в жизни. И одно из них — никогда не одалживать деньги семье. Да говорю же тебе, дело плевое. Я тебе прямо сейчас могу все растолковать. Не надо, я пас, братишка. Понимаешь, я одалживаю деньги, это моя работа. Знаю. А что, если ты не сможешь мне их вернуть? Твой бизнес-план пойдет по одному месту. Я же не хочу из тебя их вытрясать и причинять тебе боль. Да ладно тебе. Гении приходят и уходят, а что тебя делает таким особенным? Не твоя звездная карьера? Даже не начинай, ты же облажался. Ты облажался. Многие в этой комнате на тебя поставили, а ты облажался. Знаю. Они тебе доверяли? Да. А теперь ты приходишь и просишь у меня денег на еще одну ставку? Почему ты со мной так говоришь? Снисходительно. Ты же мой брат, а не отец, черт побери. Да, но ты приходишь и просишь денег. Чего же ты ждешь-то? Да пошел ты. Каин, Каин. Каин, не кипиши, присядь. Садись. Ты всегда такой нетерпеливый. Ох уж этот твой темперамент. Я знаю, что можно сделать. Давай-ка успокаивайся и послушай меня. Вот что я скажу. Дело неплохое, я тобой горжусь, но если ты хочешь, чтобы я поступил со своими принципами ради тебя и одолжил тебе денег, ты должен сделать кое-что взамен. Спасибо, конечно, но я не хочу влезать в эти дела. Ничего противозаконного. Только так я смогу дать тебе денег. Соглашайся или проваливай. Так что надо сделать? Иди к Хайду. Он тебе все расскажет. Поверь мне. Дело проще простого. Даже ты справишься. Может подойти сотрудник зала? У нас здесь клиент, покупающий Ягуар. Я 7 кусков поставил на проигрыш. Я пытался выглядеть убедительным. Поэтому вырубил его. Знаешь, что делают в Мексике с теми, кто так себя ведет? Таких вешают под мостом, отрезают член и засовывают его в рот. Не слишком ли? Да-да, знаю, они дикари, но дело вот в чем. Это больно, и дело не в деньгах. Мы же друзья. Да, знаю. Твой брат попросил меня дать тебе еще один шанс. Но я как-то не уверен. Да, я допустил ошибку, но этого не повторится. Мой брат за меня ручается. Рук говорит, что ты обуза. Ну, если Рук не согласен, то я пошел. Да сядь ты, принцесса! Хватит уже. Я не сказал, что ты бесполезен. Я просто хочу дать тебе понять, чтобы ты знал свое место. Ты это видел? Пластиковый мешок? Видел парочку. А, стряг, да? В 3 часа дня Мейдл Лидл придет в этот офис. Уйдет она с этим пакетом. Ты проследишь за ней до Лондонфилд. Там она живет. Отберешь у нее этот пакет и привезешь его обратно. Проще простого. Что в пакете? Килограмм с небольшим — не твоего дела. Будут проблемы — выруби ее. Сможешь? А? Да, смогу. Ну, тогда за дело, мальчик. Убери улыбку с лица, сходи в толчок, заведи часы, перейди через улицу и дверь. Не забудь закрыть за собой. Это все очень интересно, но к чему все ведет? Ведет, не сомневайся. Из-за вас с моим братом я оказался в тюрьме, так? Тюрьма Ее Величества, как я думал, а на деле тюряга и ёкарной Великобритании Белмарш. Самая грязная, жестокая и богом забытая тюрьма в Англии. Да, именно туда меня отправил судья. А ведь у меня не было криминального прошлого, и мои мозги по-другому устроены, а меня кинули туда вместе с жестокими убийцами, насильниками, серийными преступниками. Поэтому это место и называют мясорубкой.
Скажи «извини, мудила». Извини, мудила. Челюсти заживают хорошо. Вам могут дать и нормальные протезы, если попросите. Да. Скажите спасибо. Если они вас сильно беспокоят, можно их поменять, когда выйдете. Это несложно. Да мне вообще плевать. С ними я выгляжу пугающе. Привет, мам. Садитесь. Что случилось, сынок? Твои зубы? Да, ввязался в небольшую потасовку. Почему с тобой так трудно? Не только со мной, мам. Я ж в тюрьме. Ты чего ожидала? Этого я и ожидала. Думала, что ты чему-то научишься. Получишь пинок под зад. Я и так его получил. Не беспокойся. Гордиться нечем. Я и не горжусь. Я просто переживаю за тебя, сынок. Я не знаю, что говорить и что делать. А я нашла другого адвоката. Да? Но у меня нет на него денег. И у тебя нет. А что говорит Линкольн? Линкольн об этом со мной не разговаривает. Он занимается своими делами. Что он говорит обо мне? Говорит, что ты сам во всем виноват. Черт побери, мам. Не разговаривай так со мной. Я растила тебя лучше, чем этих животных, которые тут сидят. Не опускайся до их уровня. Прости, мам. У Линкольна есть работа. Что бы ты ни говорил, он не в тюрьме. Это не он заставляет меня не спать по ночам. Линкольн должен прийти и поговорить со мной. Скажи ему, чтобы пришел ко мне. Скажу, сынок. Без прикосновений. Прости, мам. От Линкольна ничего не было слышно. Ни словечко. Я был совсем один. Поэтому пришлось самому о себе заботиться. Ah!
Опусти! Опусти, сказал! Опусти! Опусти, сказал! Я ничего не сделал. Они на меня напали. Я ничего не сделал. Совет считает разумным полагать, что вы частично ответственны за инцидент, произошедший 28 июня, и признает вас виновным. Я не понимаю, Ваша честь, что мне было делать? Они на меня напали. Это же была самозащита чистой воды. Мне что, нужно было ждать, пока меня зарежут? В порядку. Нет, я же говорю, эти люди в тюрьме хотят меня убить. Меня нужно перевести сегодня же. Ваш приговор продлевается на год. Воспользуйтесь этим временем и подумайте о своих поступках. Я подумаю о том, что вы мудак конченый. За что, черт возьми? За самозащиту? Ты тупой отморозок! Пошли! Вы имеете хоть какое-то представление? Сидите тут в своем гребаном костюме с галстуком. Вы даже не представляете! Ничего не смогло бы подготовить меня к тому, через что я прошел в той дыре. Я сделал выбор. Если я хочу пройти через это в целости и сохранности. Ты мне говоришь? Да? Мне, да? То нужно бороться. Ты этого хочешь? На! Я с тобой говорю. А ну иди сюда. Сейчас я тебе задам. Нужно было превратить себя в того, кого я сам не знаю. Я вас обоих вырублю. Бум-бум! Бум-бум! А ну иди сюда, ублюдок! Недели сменялись месяцами, и я превратился в того, кого вы видите сейчас. Закаленный, ржавый гвоздь. Тело можно сделать сильным, но воистину непобедимым вас сделает разум. Как и кожу на костяшках. Разум можно сделать черствым до черта. С помощью сильной боли. И я научился ее получать. Но что более важно, я научился ее преодолевать. Идите сюда, придурки. Давай! Проблема в том, что я не понимал причину. Почему все эти ублюдки хотят моей смерти? Я не мог понять их мотивов. Зачем им это нужно? Но однажды все стало на свои места. Но кто еще хочет получить? Кто следующий? Как ты? Эй, вот так. Вдох через нос, выдох через рот. Все нормально. Может, небольшое сотрясение, не переживай. Охрана скоро придет. Ничего личного. Ничего личного? Каин. А нахера ты это вообще делаешь? Что тебе за выгода от перелома черепа? Оно того стоило? Если бы вышло, то стоило бы. 20 кусков. Что? Какие еще 20 кусков? Что ты несешь? 20 кусков откуда? Нас наняли, понял? Это твой братец провернул. Че ты такое несешь? Мой брат? Я не шучу. Это все из-за денег. Мой брат, говоришь? Говоришь, мой брат все затеял? Мой родной брат? Мой гребаный родной брат? Зачем он это сделал, Хайд? Мне жаль, золотце. Я понятия не имею, о чем ты. Не смей отрицать, не смей. Вы с братом назначили награду за мою голову, так? Так, спрашиваю. Я могу понять такого мерзкого ублюдка, как ты, но его не понимаю. Неделя за неделей они приходили. Один за другим. Иногда и по несколько. Но мне было плевать. Пусть приходят, говорил я. Пусть все придут. Приходите и возьмите меня. Чем больше их, тем сильнее я. Целью моего существования стало выживание.
За мной пришел. Иди сюда. Давай, иди. Знаете, что в тюрьме можно сделать напалм? Можно, поверьте. И жжет он еще как. Мы признаем вас виновным, и ваше заключение, мистер Бёрджесс, продлено на 2 года. 5 недель в изоляторе с сегодняшнего дня. Пошел ты. Давайте! Ты уже мертв! Вы все, черт побери! У нас тут мертвый заключенный, и его кровь на вашей одежде. Мы добавляем еще 1 год за участие в стычке. Кроме того, 6 месяцев изоляции. Рад тебя видеть, мам. Сколько уже? 3 года, да? Я приходила к тебе. Но мне говорили, что ты в изоляторе. И не один раз. Да. Твой брат не считает, что это хорошая идея. Слишком много стресса, и он прав.
Посмотри на себя. Кем ты стал? Мам, ты кое-что должна знать о Линкольне. Это будет нелегко услышать. А я тоже должна тебе кое-что сказать. Это тоже непросто, но... Я скажу. У меня рак. Уже несколько месяцев. Но я не хотела никого удручать. А во вторник начала химию. Говорят, что будет тяжело, так что... Я не смогу часто приходить. Прости, мам. Ты не должен извиняться. Твой брат присматривает за мной каждый день. Спасибо ему, что бы я без него делала. Мы справимся. Так что ты хотела рассказать про Линкольна? Ничего, мам, не переживай. Давай, говори. Нет, это... Давай же. Я рад, что он тебе помогает. Прямо камень с души упал. Да, да, мы в нашей семье все бойцы. Посмотри на себя. Да, мы бойцы. Время вышло, пойдем. Давай, пошли. Я был не в курсах, для чего нужна поджелудочная, пока мама раком не заболела. И до сих пор не знаю. Но она была бойцом. Она боролась с раком дольше, чем кто бы то ни было. Они отпустили меня на 5 часов, чтобы увидеть ее. Приставили 6 охранников для надежности, грузовик, 2 машины. Но она умерла, прежде чем я приехал. Я не знал. Да, она болела. Мои соболезнования, она была хорошей женщиной. Я слышал, что какой-то парень завалил пару человек и сбежал из больницы. Но 2 и 2 не сложил. Может, тебе стоило. Так как ты умудрился оттуда сбежать? Мои соболезнования. Уверен, ваша мама была приятной женщиной. Но если хотите навещать ее почаще, нужно хорошо себя вести. Могу вас отпустить. Все в порядке, дружище. Ты же будешь молчать, да? Неплохо. Не знал, что ты на такое способен. Я уже совсем не тот парень, которого ты знал, Хайд. Я так и не думал. Так, ладно, мне нужно отлить. Пруди себе в штаны. Чего? Ты слышал? Это бесчеловечно. Во мне 8 пинт. Честно говоря, мы не планировали быть заложниками. Мне тоже нужно отлить. Берите бутылки и за дело.
Мне нужно посрать. Ссыте в бутылке, осрите в штаны. Может, передумаешь? Не думаешь, что кто-то захочет терпеть этот запах? Что бы ты там ни захотел, давай быстрее. Ублюдок придурочный. Прекратите позорить себя. Меня уже задолбал ты и твоя глупая рожа. Давай уже решать что-то. Я уже устал от всего этого говна. Хочешь что-то решить, да? Тогда давай так. Поворачивайся. На колени. Давай. Вот так. Умница какой. Когда мой братец придет, мы отбросим все условности. Но до этого сделай одолжение, заткни свою пасть. Или будешь следующим. Не припомню, чтобы ты был таким гадом. Или бандитом. О, у меня был долгий путь со дня с пластиковым мешком. Когда я отправился выкрасть пакет у Мэйбл Лидл, я понятия не имел, куда меня это заведет. Да нафига ты бежишь-то, дорогая? Вот твой кошелек, лови, но пакет мне нужен. Мэйбл Лидл. 49 лет, мать троих детей, бабушка двоих. Работала в столовой в местном заведении. Скончалась сегодня во время операции в результате ДТП. Не моя вина. Ты украл у нее сумку. Ты за ней гнался, это обвинение в непредумышленном. Это плюс кража, и тебя засадят, дружище. Но мы не за этим тебя позвали. Термин «кукушка» тебе знаком? Кукушка? Это разве не та придурочная птица, что подбрасывает свои яйца в другие гнезда? Да, именно, кукушка. Для меня это ни хера не значит. Твой брат проворачивает эти аферы с кукушками. Последние 3 года мы работаем с людьми, которых преследует твой брат. Мэйбл Лидл сотрудничать отказалась. Но мы за ней наблюдали. Поэтому ты серьезно влип, понимаешь? Мне нужен адвокат. Ты в полной изоляции, малыш. И не будет тебе никакого адвоката. Начинается все с одного члена семьи. Паршивая овца, брат-идиот типа тебя. Линкольн. Хайд и другие здоровяки однажды наносят визит семье. Они говорят, мол, такой-то, такой-то задолжал нам. Его ждет небольшая взбучка, но если вы выполните небольшое поручение, то мы отступим. А семья рада услужить, так?
Им дают пакетик, говорят, что там наркота или деньги, и что его нужно доставить по определенному адресу. А вот о чем они умалчивают, так это что еще нанимают балбесы, который должен их ограбить. И внезапно оказывается, что в том пакете была хреново куча денег. В этом теперь и ловушка. Теперь им нужно от тебя еще больше денег. И они снова приходят в дом. Им нужно пособие по безработице, чек, наличка. Они забирают машину, переезжают в твой дом. В доме устраивают штаб-квартиру, а на машине ездят по своим делишкам. Они остаются в доме до тех пор, когда брать уже нечего. А потом находят новое дельце. Этим и занимался твой брат. И Хайд вместе с ним. А теперь еще и ты. С какого хера? Я вообще первый раз об этом слышу. Альберт Митчелл, Пит Синглхёрст, Джеймс Уэбб, Эрик Годли, Сэнди Парк, Мириам Сильвермен, а теперь и Мейбл Лидл. Есть еще около 150 семей. Дети попадают в приюты из-за бизнеса твоего брата, так что послушай. И слушай внимательно. Непредумышленное и ограбление — это меньше из твоих проблем. Я повешу на тебя организованную преступность. Где мой гребаный адвокат? Вы вообще слышите? Мне нужен адвокат. Я понятия не имел обо всем этом говне. Как же мои права? Твое право сдать своего брата. Это единственное право, что у тебя есть. Эти операции без твоего брата не прокатят. Так что сотни людей снова смогут жить спокойно. Давай же. Сдай нам брата. И все закончится. А может, ты пойдешь нахер? Как тебе такое? Ты выбираешь сложный путь, и ходить по нему будешь очень и очень долго. Сержант! Пойдем, Каин, поговорим немного вдвоем. Я правда ничего не знаю. Во мне тоже живет дьявол, Каин. Но я научился принимать свое зло, направлять его в мирное русло. Я всегда хорошо обращался с кулаками. Ахара так поступает со всеми, кто не хочет под него прогибаться. О, Ахара не одобряет подобные методы, но мы же ему ничего не расскажем, да? Мне плевать, что ты при исполнении. Еще раз тронешь меня, и я тебе шею сверну. И как ты это сделаешь с руками за спиной? Ах ты негодяй. Посмотри, что ты наделал. Заляпал пол в комнате допросов. Знаешь, что делают с котами, гадящими на ковер? Тыкают носом в их же дерьмо. Уже не такой наглый, а, мальчик? Я сделаю тебе больно, Каин. Открывай! Открывай гребанные двери! Чего заперлись? Время настало. Ника, отпирай двери. Не делай глупостей. Ну же! Какого черта у вас тут заперто? Друзья мои, заходите, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Ника, запри двери. Никто не уйдет. Быстро! Не могу поверить, я так рад, брат. Ты тут, а остальное не важно. Ты пришел ко мне за помощью, я твой брат. Мы же семья. Назад! Назад! Думаешь, я такой же идиот? Оружие, мобильники, все на стойку. Все вы живы, на стойку, я сказал. Спустить штаны. Задрать кофты. Ты не серьезно же? Мы не в тюрьме. Я не твой парень. Делай, как я сказал. Живо!
Доволен? Пока нет. Иди туда с остальными. Ника, сделай одолжение, налей-ка нам всем еще по пинте, пожалуйста. Почему бы тебе не убрать пистолет от Хайда и не приставить его ко мне? Заткнулся. Ты тут больше не главный, мой черед. Может, ты и заставил этих мартышек есть с руки, но я знаю тебя как облупленного малыш, на которого я пописал с дерева, помнишь? Давай-ка вернемся к тем временам. Да, я помню. И помню очень ярко. И еще помню, как вышиб из себя всю дурь за это. Это было тогда. Сейчас все по-другому. Семь лет я не пил пива. Теперь наверстываю. Он как? Без сознания. Ему было больно. Так, наверное, даже лучше. Он мертв. Ах ты мудак. Черт, блин, это плохо. Это очень, блин, плохо. Этот мудак еще и руку замочил. Что? Да, и меня пытался убить. А потом пришел сюда и кинул ладонь рука на стол. Каин, у тебя разум помутился. Ты не думаешь о последствиях. Ты вообще осознаешь, что ты делаешь? Да, и очень четко. И сейчас скажу почему. Последние 7 лет я жил под угрозой смерти 24/7. Черт побери. Не знал, кто придет. И как это будет. Меня кололи десятки раз, ломали кости, рвали связки. Я убивал, Линкольн. Голыми руками убивал. Тюрьма тебя неплохо перевоспитала. Да. А этот шрам, видишь? А это, ты видишь? Знаешь, откуда он? Знаешь, это как называется? Называется шрам от напалма. А зубы мои ты видишь? Я хотел нормальные зубы, фарфоровые, например. Но тюремный дантист дал мне эти, амальгамные, из-за моих убеждений. Да, проблема как раз в твоих убеждениях. Черт, прекрати, прекрати! Посмотри на себя, совсем не управляем. Тюрьма превратила тебя в шизанутого ублюдка. Это не тюрьма, это ты. Когда назначил 20 кусков за мою голову, в тюрьме, где полно насильников и убийц, которые душат за пачку сигарет, ты виноват. А ты чего ожидал, когда начал стучать? Надо было оставить все как есть и позволить тебе нас закопать? Я никому ничего не сказал, ни слова. Ты забыл, что у нас был свой человечек внутри, который присматривал за тобой. Ты ничего не понял, идиот. Эванс развел тебя как дурака. Скормил тебе голимую ложь, потому что знал, что ты достаточно туп, чтобы повестись. Поверил продажному копу, а не своей плоти и крови. Я ни слова не сказал, ни звука. Стоишь тут весь из себя и хочешь, чтобы я поверил, что Эван все выдумал. Да, выдумал. Ахара мне все рассказал. Когда он узнал про Эванса, он вышвырнул его из полиции. Может, пригласим сюда Эванса? Притащим его сюда и посмотрим, что он нам расскажет. Дай телефон. Не думаю, что он сможет взять трубку. Все, парни? Да, звук донастраиваем. Мы знакомы, приятель? Встречались. Тогда ты был сержантом. Что такое? Потерял работу? Каин? Чтоб меня.
Это ты, Каин? Давно не виделись. Джонни, оставь нас на пару минут. Ага, хорошо. Ну что, Каин, как дела? А, догадываюсь. Ты сбежал из тюрьмы. Отследил меня до этого места, а теперь хочешь отомстить копу, который наказал тебя. Ты меня не наказал, а подставил. Сказал брату, что я на него настучу. Бывший герой-коп убивает сбежавшего из тюрьмы при самообороне. А мне нравится, нравится. Да, я сказал твоему брату, что ты стучишь на него. Грёбаный ты членосос. И заставлю тебя заплатить. Похоже, у нас небольшие затруднения. Получается, что ты бегаешь по городу и полон решимости воплотить свой план мести. Ты соображаешь, Каин. У меня были трудности, учитывая все произошедшее на этой неделе. Сложная неделька была, да? Бедненький. Я говорю о маме. Ты приезжал ее увидеть? Да, и видел. Под белой простыней. Я опоздал на 20 минут, чтобы посмотреть ей в глаза, взять за руку и сказать, что я ее люблю. Знаешь, что копы сделали? Остановились по пути за ванильным латте. А где был ты? У меня были дела, требующие моего присутствия. Дела важнее, чем умирающая мать. Не смей меня в чем-то обвинять. Ты ее бросил. Нифига. Кто, думаешь, платил за всех ее докторов? Кто договорился, чтобы каждый день ее возили в больницу? Ты хоть понимаешь, что разбил ей сердце, попав в тюрьму? Из-за тебя. Я попал туда из-за тебя. Это тебя поймали, не меня. Ты знал, на что идешь, и сам принял решение. А ты позволил? Толкнул меня под автобус? Нет. Нет. Это миссис Лидл оказалась под автобусом. Из-за тебя. Слушай. Я понимаю, что жизнь была к тебе жестока, и знаю, что я тебе совсем не помог. Но ты можешь все остановить. И остановить прямо сейчас. Никого не осталось. Мамы нет. Можно начать все заново. А как же другие? Кто? Альберт Митчелл. Пит Синглхёрст, Джеймс Вебб, Эрик Годли, Мириан Сильверман, Мэйбл Лидл и другие, чьи жизни ты рушишь годами. Этот придурок запомнил все их имена. Послушай, буду честен.
Они для меня всего лишь еще один рабочий день. Они ничего для меня не значат. Неудачники, пытающиеся избавиться от долгов. Долги образуются у наркоши и головорезов, и же с ними. Мы разработали способ зарабатывать на людях, которые не оказались бы в подобной ситуации, будь у них голова на плечах. Так что прекращай сентиментальничать. Можешь засунуть эту чертову чепуху знаешь куда. Ты тоже этого хочешь? Знаешь что? Мне плевать на то, что ты сделал с Руком и Часом. На то, что ты сделал сейчас, идиот. То, что ты натворил. Я тебе еще отомщу. Даже представить себе не можешь, как. Ты серьезно облажался, чувак? Назад пути уже нет. А я и не хочу назад. Узнаешь? А должен? Твои счета будут скучать. Чем могу помочь? Неплохой у тебя домишко, Стоукс. Хорошо устроился. Мы знакомы? Да, ну, не помнишь старого друга? Черт побери, Каин. Что с тобой произошло? Как вкусно пахнут тосты. Я тут немного осмотрюсь. В твоем деле еще как минимум лет на 10, так что ты вышел не за хорошее поведение. А у тебя жизнь, смотрю, хорошо сложилась. Жена, детки, домашний кролик. Они знают, чем ты занимаешься? Как рушишь жизни вместе с моим братом. Ты ведь не такой жестокий, Стоукс. Садись. Чего ты хочешь? Нужно посмотреть отчеты. Я не могу дать их, Каин. Ты же знаешь, мой брат пытался меня убить. Каин, ты же знаешь, я к этому не причастен. Я тебе верю. И хочу уничтожить Линкольна. Так что покажи мне отчеты. А потом бери свою семейку, бери свои делишки и исчезни нахрен. Я уеду из города. Обещаешь, что не тронешь нас? Даю тебе слово. Сколько у него на счетах? $3000 на руках. Есть несколько офшорных счетов. Все вместе около 2 миллиона фунтов в разных валютах. Давай так. Оставь ему 1500, остальное переводи. Куда? Куда? А вот это самое забавное. Стоукс, хитрожопый ублюдок, не гадит там, где ест. Недолго пришлось его убеждать спасти собственную задницу. Чушь, ты врешь. Думаешь? Я сфоткал твой счет, видишь? 2,2 миллиона долларов, евро, фунтов. Ничего нет. Я оставил тебе 1500 штуки. Столько стоит фарфоровая челюсть. Остальное ушло навсегда. Тебе все еще мало причин, чтобы тебя убили, дорогой? Надеюсь, твоя месть того стоила. Слышал, Линкольн? Ключевое слово — месть.
Все, что я делал эти два года, ради тебя. И у тебя будет такой же конец, как у тех несчастных семей. Ты умрешь. Бухгалтерская книга уничтожится, и долги спишутся. И все из 140 семей будут свободны. Те имена. Я не мог их запомнить. Я их повторял и повторял и повторял. Я слышал эти имена. Себя спасать уже слишком поздно. Но, может, еще не поздно спасти их. И однажды, может, я и встречусь лицом к лицу со своим братом. Последний раз, когда у меня появилась эта цель, тогда я смог терпеть и переживать ту боль. Потому что теперь все было не зря. Все имело смысл. Послушай, я знаю, что твой брат пытается тебя убить. Так почему ты его защищаешь? Сдай его, Каин, чего ты ждешь? Тебя же там убьют, ты понимаешь? Удачи, сынок. Я готов. Но при одном условии. Моя мать в больнице. Ей недолго осталось. Я хочу ее увидеть. Если позволите, то я вам все расскажу. Господи, по вкусу дерьмо собачье. Я тебе моющее средство подлила. Похоже, пора нам заканчивать. Думаю, ты понимаешь, к чему все идет, Линкольн. Да, понимаю. Очень хорошо. Вы можете уходить. Я не за вами пришел. Что скажете? Может, пойдете? Хватит уже с нас твоего дерьма. Мы никуда не уйдем. Ну, не знаю. Так-то я бы ушел. Вас и так тут много. Заткнись, Тьюн. Да, прости, Линкольн. Никто никуда не пойдет. Сегодня ты умрешь, Каин. У тебя два ствола, а нас 10. Мне нужна всего одна пуля. Да, это так. Но как только ты выстрелишь, мои ребята будут отрывать тебе конечность за конечностью. И что же ты получишь этим вечером? Взгляни на себя. Я скажу тебе. Нихера. Нихера ты не получишь. Ты совсем конченый. И вот за что тебя будут помнить, за то, что ты конченый. Да мне плевать, будут меня помнить или нет. Может, уже приступим? В человеческом теле миллион нервов. А ты, мой братец, мой грёбаный братец, с тех самых пор, как родился, сыграл на каждом из них. Эй! Давайте, хотите меня убить? Давай! Ублюдки тупые, давайте, давайте! Убей его!
Черт! Черт побери! Давай! У меня была неплохая практика в Белмарше. Давай! Черт!